наняли переводчицу, да, и поехали на выставку. Значит, сначала у нас был там, по-моему, день или два на выставке, и вот на которой мы едем, вот эта вот огромная выставка, я не знаю, на что она похожа, ну, наверное, скорее всего, ее можно сравнить тоже, как вот в Германии, в Ганновере, вот это вот выставочный комплекс, то есть не с нашей всем известной, так сказать, Красной Плесней, не даже с корпус Экспо сравнить нельзя. То есть это там огромный, так сказать, город, скажем так, который состоит там из множества огромнейших павильонов, которые практически, вот, так сказать, были, часть из них была занята нашей продукцией. И вот мы ходили и смотрели, а что же, так сказать, нас может там заинтересовать, что же нового есть в нашей любимой подъемной технике. И, так сказать, смотрели фирмы, которые нам знакомы, новые искали. Но, честно говоря, того, что мы хотели увидеть, мы не увидели, потому что, ну, или было очень плохо, в прямом смысле этого слова, или было очень хорошо, но при этом очень дорого. Да, тоненький, а плохо, да, это тоненькая сталь, это фиговые ручки, это плохое крепление, ну, так это, мягко говоря, или неполный это самый ряд продукции, которые нам хотелось, потому что очень тяжело у одного брать штабелер, у другого брать погрузчик, у третьего через тележку платформе. Хотелось бы найти такое все в комплексе. Потому что китайцы, как и любая, ценят тебя за объем, сколько ты денег им дал, да? Остальное, если ты будешь брать у того немножко, у того немножко, у того немножко, тебя не будут считать за серьезного, так сказать, партнера, да, потому что при нынешней, так сказать, огромной конкуренции продавать много ничего нельзя. Поэтому можно продавать более-менее всего, так сказать, в ассортименте понемножку. И поэтому желательно взять одного хорошего игрока. Вот что мы и хотели найти. Сравнивать это со своим ноблифтом. Поэтому вот мы ходили, смотрели, но еще раз повторяю, вот, ну вот, это лифт, который представлен на нашей российской, так сказать, на нашем российском рынке тоже несколькими фирмами. Остальные все просто говорят, что мы, это известная марка, это мы Юнхайринг, там мы Штиль, мы там Босс. Просто правильно говорят, что есть Китай и Китай, да, что есть заводы, действительно, так же, как и у нас, и как, наверное, ну, я не знаю, может быть, даже в Германии, хотя мы не видели там никаких заводов, ну, по нашей тематике. Потому что когда мы уже туда поехали, уже все давно делалось в Китае. А нам просто говорили, что это все сделано в Германии. На самом деле они там все разместили свои предприятия, производство, и все туда вывезли.